Привет, ребята. Обзор пены для бритья. Вот смотрите, написано российский продукт, сделан по ГОСТ. 200 миллилитров. Производитель. Так, где завод? Это не вижу. Аэростар контракт. Барахло, короче, быстро кончился. Вот, ржаветь начал, видите. Стоил около 60 рублей. И снизу, видите, тоже ржаветь начал. То есть куда-то поставите, он вам загадит раковину. Сейчас за 120 рублей купил 400 миллилитров итальянскую, хорошую. Так что не надо поддерживать отечественного производителя, потому что он хлам делает.